Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Фантом, Пози, Бульбазавра, как всегда, очень много подписчиков, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Давно у нас не было рубрики «Какое оружие самое крутое?» Или можно назову еще «Тестируем новое оружие». У нас называется пак Zen's Wacky Weapons. Пацаны будут брать разных монстров, NPC-шек, пилпаки разные, а я буду по ним фигачить и проверять, насколько оно мощное. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Пацаны, вы готовы? Да. Я тоже готов. Первое оружие. Барни. Получается, я что? Я спавню себе помощника. А как заставить его фигачить по вам? Мочите его. Может, надо дамажить его? Блин, да он секунд какой-то, мочи их. Ладно, вы друг друга убили. Хорошо, давайте я его удалю. Какой-то он бесполезный, вообще ни о чем. Или надо какие-то специальные NPC-шек ставить против него. Так, второе оружие, бластер. Я вижу, кстати, оно как жизни выносит. Не так уж-то и много. А, у Чики жизни нету. Ну, очень слабое, да, пацаны? Такой себе бластер. Что он еще может? R, F, пробел. Хорошо, давайте следующий бластер. Класс Б, наверное. О, вот это мощь! Вообще сила, пацаны! Вот это оружка! Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день, и мы записываем очень классные режимы, обзоры модов, килпаков, карт и всего прочего. Так, ладно, мне это очень понравился оружка. Следующий у нас буст... короче, бустим себе жизни, да? Соточку дал. А могу вам похилить жизни, а ну? Стрельни в нас и потом попробуй. Да я вижу, что я хилю, у вас появляется зеленая над вами. Хорошо. Сколько я себе забустил, непонятно, сколько. Так. Крустер граната. На. А ну давайте я отойду подальше. Я просто не знаю, что ждать от этих гранат. Ставили это. О, да нет, ну смотри, она еще распадается. Если вот так просто забрасывать по красоте. Мало, да, дамажит, пацаны? Ну. Ой-ой-ой, прикольно. Хорошо. А, да, в 4. Металлический балунбой, нормально дамажится. Слышь, у вас очень много жизни. А ну сколько у тебя? 8600? По 30 хп дамажит. Ну это такое себе, очень слабое. Дизавлер какой-то. А, ну если я вдаль буду пострелять. Ну такое. А правая кнопка мыши. R. Пробел F. Слабенько, да, пацаны? Слабенько, слабенько. Explosive Vent. О, это чё? Слышь? Сколько дамажит? Вообще мало. Я думал, оно будет взрываться, когда буду вас бить. Пробел, блок, R, F. О, взорвалось! Чё я нажал? Может, когда я в тебя бью? Или об землю? А правая кнопка? Да не, нифига, не получается. Но хорошо. Давайте следующий. Фриз Рей. Воу, что произошло? Офигеть! Вы замораживаетесь на какое-то время. А дай вдалеко, далеко. О, вон. Дайте я далеко стрельну, но не подходите ко мне. Вы замораживаетесь, да? Да. Вот это оружие лучше, чем пригвоздитель, да, в какой-то степени, не такое читерское. У нас белый экран встает тогда. Если честно, у меня тоже. Ничего не видно. ГГХ. Говняное говно. Ой, на. Воу. И чё? О, много. Много дамажит? Много. Офигенный эффект от этой оружки. Давайте еще пофигачим, хотя бы убью кого-то, может. Че, не убивает? Не, меня сейчас убьет. Ладно, давайте уже достреляем. Ну такое себе, не очень. Следующее. Подождите, что такое? А, давайте... Во, раскручивается, смотрите.
Ого! Вот это самое лучшее оружие в этом паке, пока не мне нравится очень оно. Офигенно фигачит. Вот так со стороны она выглядит, да? А ну я могу от третьего лица включать. Во! И погнал. Добьем уже, давайте этого кэт-дога. Хорошо. Следующая оружка, мега-панч. О, иди сюда. Ах ты говно, фусик. Давайте я еще разок ударю кого-то. А, я вижу со стороны. А ну, дайте я разочек. У тебя 6500. Сколько осталось? 6300. 200 хп удар, нормально. Ну, такое себе не очень. А следующее просто патч. Давайте будем стоять в долину, а потом вблизи. Так. Слабенько дамажит, да, походу? Оно красиво бьет, но толку от него никакого. Не. Слабое оружие, реально. О! А что оно делает там? Оно дамажит? Да, дамажит. Да. О, я вижу, как оно дамажит. Очень неплохо. Быстро. Это как заморозка или что это такое, да? Ну, видите, я когда тебя дамажит, ты можешь двигаться. Это как бы ни о чем не говорит. О! Слышь, по 10 хп, нет, что ли? Слабо. Ой, вообще ну, говно. Больше. А что я делаю? Ого! Это я взрыв нажал, да, короче, взорвался? Не, это фусик сделал. Хорошо. Следующая оружка у нас. Пульс лаунчер. А давайте в дом стрельнем. Так, летит. Ой, хорошо, что его вдалеко, это, не стрял вблизи. А ну стойте там, не подходите. О, ты моментально уничтожила, что ли? Я не попадаю метко просто. Офигеть. Классная базука, да, пацаны? Угу. Одно из таких прикольных очень. Так, пульс F4F2. Ну, слабенько, слабенько, да. Было бы такое оружие, что, знаешь, держишь кнопку, она набирается, или как-то там, чтобы ты мог регулировать удар, или какой-то режим огня. Ну, все равно прикольно сделал, очень красивые выстрелы, да? По две пули вылетают. Так, хорошо. Сноу-гранат. Ой, прикольно, она отпрыгивает, что ли? Что, дамажит, пацаны? Ну, тоже слабо. Такое, честно, знаете, как салют на Новый год. Да, я вижу, она дамажит. Ну, очень слабо, да? Так. Это что у нас? Шок-гранат другая. То шок-гранат было. А что она делает? Разбрасывает какие-то штуковины. А что это такое, пацаны? Она дамажит? Да. Это снег, да? Ну да. Или у вас нет этого белого? Прикольно смотрится. Короче, вообще беспонтовый. Просто по красоте. Это. Наконец-то услышали мои молитвы. Оружие, которое можно набирать силу. Представляете? А ну-ка. Ого, припечатал. А ну насколько можно набрать? Так. Притирку. 100! Ого, я аж загорелся. Нифига себе. А ну давайте наберу 99 и жахну. А ну стой. I'm trying, стой. 3800. 94, нормально. 3600, что, 100 хп, что ли? Ой, вдвоем стрельнули с вока. Нет. Слабенький, слабенькое оружие. Вот, это прикольно. Зепла. 3 восьмерки. Мощно. Мощно. Ну надо долго реально стрелять по пацанам. Ого. Так, зе прожектор. Что-то, пацаны, такое, да, не очень? Или нормально? Нет. Они фигачат. А давайте в долину стрельнем.
А, они навесиком летят. Смотрите, как красиво. Пацаны, как вы думаете, упадет на меня? А, не, они об землю все это, потолок врезались. А, не, падают. Давайте, давайте, добиваем уже. Так, следующее Т5. ТС-5 вроде бы. Так. Ух ты. Прикольно. И зарядка такой звук издает. Офигеть. Давайте в притирку уже добьем. Сколько у тебя? 1200, да? Нормально выносит с одной обоймы. Сейчас вот еще разок, наверное, добью. Блин, 180 осталось. Ну давай уже, дофигачу. Красота. И какое-то мощное оружие последнее. ТСФ. Что, беспонтовое, что ли? Вообще слабенькое. Не, ну добивает, но очень слабо. Так, пацаны, давайте берите монстров, сделаем в конце эпик. Потому что эти оружия классные. Напишите в комментариях, которое оружие вам больше всех понравилось. Ну, а мы сделаем сейчас, как всегда, красоту. Мы скинем не просто бомбы. Давайте именно скинем огненные бомбы сегодня. Хочу много огня. Вроде вот она, с огнем. Так и стойте тут, сейчас я этот вам на вам сброшу. И посмотрим, кто выживет. Напишите в комментах, как вы думаете, кто из аниматроников этих выживет. Я улетаю очень далеко. Ой-ой-ой, я живой, я живой, я за карту залетел. Офигеть. Ну чё, кто живой? Я выжил. И хитрый дом, что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!